Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в поселке Мехрободжа Борасуловского района, заложив камень, фундамент, дал старт строительным работам на предприятии по производству стекла и стеклянной посуды открытого акционерного общества «Суд Кварц» и ознакомился с технологией предприятия. По проекту предприятие будет состоять из двух производственных линий. На первом этапе будет сдана в эксплуатацию линия по производству стеклянной посуды мощностью 100 тонн в сутки. На этой производственной линии будут производиться 80 наименований изделий из стекла, в том числе емкости объемом от 250 граммов до 3 литров. Срок введения в действие этой производственной линии намечен на 1 год. Она будет сдана в эксплуатацию в рамках достойной встречи 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, проинформировали, что на первом этапе 150 человек, а после сдачи в эксплуатацию второй производственной линии предприятия еще 250 человек, в целом 400 местных жителей будут обеспечены постоянными рабочими местами и хорошей заработной платой. Производственная мощность предприятия по производству строительного стекла составит 15 тысяч квадратных метров или 150 тонн в сутки. Толщина производимого на этой производственной линии стекла составит от 2 до 10 мм, а ширина 2 с четвертью метра. Строительное стекло, которое будет производиться на строящемся заводе, будет полироваться. Также планируется производство узорчатого стекла и зеркал. Общая площадь цеха «Сухт Кварт» в Борасуловском районе охватывает более 40 гектаров. Предприятие по производству стекла и стеклянной посуды будет создано на площади более 5 гектаров, а на оставшейся площади будут построены вспомогательные объекты. Предприятие будет создано посредством внутренних и зарубежных инвестиций. На нем будут установлены передовые европейские технологии. Для производства продукции в основном будут использоваться кварцевый песок, известняк и доломит, которые добываются в месторождениях страны. Кварцевый песок будет доставляться из месторождения Кургонча. Оценочные запасы сырья в этом месторождении составляют более 40 миллионов тонн. Для доставки кварцевого песка и другого необходимого сырья будет мобилизовано 10 единиц техники, в том числе 6 больших грузовиков и 3 карьерных механизма. Также намечено налаживание доставки сырья от месторождения до предприятия посредством узкоколейной железной дороги, что будет способствовать снижению себестоимости продукции. Строительство предприятия начато во имя достойной встречи 30-летия государственной независимости. Предприниматели имеют цель внести свой вклад в реализацию 4-й национальной цели – ускоренной индустриализации страны. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посчитал достойной похвалы инициативу отечественных предпринимателей и подчеркнул, что созданием подобных крупных и малых промышленных предприятий с одной стороны будет увеличиваться объем производства, развиваться экономика страны, а с другой это будет способствовать трудоустройству и обеспечению достойной жизни.